Безобразное отношение к делу. Так президент Беларуси Александр Лукашенко оценил работу правительства страны и местных органов власти Аршанского района страны. Также он потребовал сменить руководство кабинета министров, передает телеканал «Мир-24». На этой неделе внести предложение по замене всего руководства правительства. Все верхушки из резерва кадров, которые мной сформированы и у вас находятся. Хватит смотреть им в рот, и они будут рассказывать, как им сложно и трудно. В бухгалтерии зарылись. Всех до единого. Внести предложение по министру промышленности и по министру строительства. Он сидел и не мог отремонтировать крышу. Выполнить поручение президента. Кто имел право отменять мои решения? И почему они не выполнили и не сделали, как я сказал, сказал Александр Лукашенко. Из 126 поручений президента Беларуси не выполнили каждое четвертое.